Любые произведения искусства от воспитанников студии «Калибри» всегда поражают и разнообразием техник, и индивидуальностью работ каждого из юных творцов. Осень – время вдохновения, поэтому нынешняя выставка особенно фантазийна. «Рудень, хмурень, дождезвон» – это старые названия месяцев на старославянских языках. И вот эти месяцы, они очень колоритные названия, поэтому мы их взяли за основу, за название нашей выставки. Они сразу нас переносят в осень с ее цветом, с ее вкусом и переносят нас еще в стародавние времена, когда не только очарование осень была, но еще это конец тяжких трудов. И это благодарение было земле и солнцу за прекрасные плоды, которые она подарила человеку. Вот плодам осени и посвящена вся эта выставка. Здесь и графика, и живопись, и барельефы, пейзажи, и изображения животных, натюрморты и даже жанровые сюжеты. Возраст участников, кстати, от 5 до 16 лет. Учитывая, что выставка открылась в стенах театра «Кукол», оценил работы юных творцов художественный руководитель Валерий Шацкий. А после награждения авторов, участников выставки, ждал чудесный спектакль «Как приручить дракона».